одна из частей квалификации к чемпионату Европы подошла к своему логическому завершению. Вот сегодня матч Венеция-Специя. Это итальянская серия Б, где накал страстей бывает не хуже, чем в топ-лигах и ведущих чемпионатах Латинской Америки. Если мы рассматриваем матч, то, естественно, мы понимаем, что Специя начала этот сезон весьма провально. Там много причин, слабая укомплектация и потери ведущих форвардов. И все это наложило большой отпечаток на команду. И вот в соперниках сегодня клуб Венеции, который радует нас каждый год сильными формами, у которой весьма серьезные силы в нападении. Это тот же опытный Гитьякер, тот же Денис Черышев и тренер Паоло Ваноли. Ничего хорошего для Специи от этого матча ждать не приходится. В прошлом году команды уже встречались в рамках Кубка Италии, и тогда Специя только по пенальти смогла обыграть Венецию. Причем второй тайм венецианцы провели достаточно сильно и круто. Но если мы смотрим на состав Специи, то мы можем найти того же Эгтеля. Да, команда потеряла Нзолу и Гьяси. Это нормальная практика для тех, кто вылетает. У худших по сезону забирают лучших. В целом, я жду дрочливого характера матча с кучей опасных моментов, но мне кажется, что данный состав Специи и данный ее ресурс пока не может конкурировать с венецианским клубом. Соответственно, скорее всего, либо будет боевая ничья, либо Специя бесславно закончит поход в город, который стоит на воде. Спасибо за внимание. Пока.